Всем привет! Сегодня у нас подробный разбор песни Сереги Пирата «Where is my mind?». Наверное, все со мной согласятся, что это легендарный кавер, который очень сложно повторить. Даже я в своем туториале, это короткий вариант разбора этой песни, не стал повторять технику и игру Сереги Пирата. Я лишь как сторонний зритель решил подметить все технические элементы в графическом варианте. Единственное, я не буду разбирать, конечно, голос Сереги Пирата, потому что он достаточно самобытный. Это очень уникальный голос, и вряд ли кто-то сможет действительно повторить в точь-в-точь такое же произношение, такой же вокал, такую же силу и экспрессию в голосе. Знаете, бывают такие люди, допустим, вот как Курт Кобейн, который пел по-своему. И я думаю, что это должен разбирать как раз какой-нибудь узкий специалист по этой сфере. Я же узко специализируюсь по гитаре, к сожалению. И я могу много что рассказать про его уникальную, не побоюсь этого слова, технику игры. В этой песне ритм достаточно рваный, так как для Сереги Пирата ритм — это прежде всего позывы, прихоть его души. И не он подстраивается под ритм, а ритм под него должен подстраиваться. Начинается он от 153 и заканчивается от 164. То есть бывает такое, что и ритм меняется в самом такте, поэтому уловить точную цифру практически невозможно. И если так подумать, то вот эти вот удары в минуту — это попытка загнать творчество в какие-то рамки, что для Сереги Пирата это, естественно, неприемлемо. Теперь касательно струн. К сожалению, на моей гитаре стоят новые струны. Есть у меня такое упущение в этом подробном разборе. Поэтому смотрите, если все-таки у вас какие-то струны стоят, допустим, как у меня эликсир, то нужно поиграть на них как минимум год, обязательно не протирая, чтобы был такой легкий налет плесени, покрытие из кожи, сала и пота. Хорошим индикатором будет то, когда вы будете играть на гитаре, вы будете замечать, что ваши подушечки в левой руке становятся зелеными. То есть, если вы видите, что они зеленые, то есть вероятность, что ваша гитара будет звучать так же, как у Сереги Пирата. Касательно правой руки, смотрите, мы, конечно, будем играть без медиатора. И надо понимать, что у Сереги Пирата тоже уникальная достаточно техника, которая дает неповторимый звук. Я постараюсь вам объяснить, как он это делает. Но основное, конечно, у нас что? Мы играем ногтями указательного среднего безымянного мизинца вниз. Вверх мы играем подушечками. Ну, насколько я понял, он именно играет таким образом. Да. И иногда он играет, ну, в буквальном смысле, всей рукой. И кистью, и локтем сгибает, и делает вот такие вот движения. Может поднять очень высоко. Тоже надо учитывать это. Вот, то есть, обычно как и люди играют. Как-то так, немножечко, конечно, двигают запястье, немножечко вот здесь вот. Но Серега Пират делает это с большей амплитудой, что, повторюсь, делает звук уникальным. Поэтому я предлагаю вам просто пока не заморачиваться по этому поводу и играть как вам удобно. Допустим, если вы играете медиатором, играйте медиатором, но вы должны понимать, что это все-таки уже выходит за рамки оригинальности звука. Я буду использовать медиатор чисто для того, чтобы было очень хорошо слышно все нюансы струн. Не более. Наше вступление начинается с того, что мы зажимаем аккорд Е. Это шестая открытая, средний палец на втором ладу пятый, безымянный палец на втором ладу четвертый, указательный палец на первом ладу третий. Вторая, первая струна у нас открытая. Вот наш аккорд. Три пальца. Мы играем на этом аккорде четверку. Звучит это примерно так. То есть мы делаем первое движение вниз, делаем паузу, возвращаем правую руку на исходную, играем снова вниз по всем, правую руку на исходную и дальше по верхним струнам вниз-вверх. Можно без левой руки повторить вот это вот. Вниз, 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 вверх, вниз, 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 вверх, вниз, 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 вверх, вниз. То есть четыре движения вниз, 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 вверх.
Последние два движения по верхним струнам. Зажимаем наш аккорд Е и играем вот именно первые два движения, которые играются по всем. А вот по верхним струнам мы должны сыграть первое движение по открытым струнам, а второе движение по закрытым струнам. То есть вот два движения по верхним струнам играются открытые и закрытые. Открытые и закрытые. Повторим. Два движения на аккорде Е, по верхним струнам играются открытые и закрытые. Закрытые струны – это не что иное, как переход на другой аккорд. То есть мы в этот момент просто задеваем наши струны, да, и вот у нас получается, что мы играем по закрытым и готовимся зажать следующий аккорд. То есть именно тот период, когда мы готовимся зажать аккорд, мы закрываем струны, и потом мы напрягаемся пальцы и играем. То есть вот так именно играет Серега Пират первый такт. Повторим его. И последний раз. Дальше у нас аккорд идет С диез 5. Это квинт аккорд. Очень сложный для новичков может показаться. Здесь указательный палец ставится на 4 лад 5. Безымянный палец на 6 лад 4. Мизинец на 6 лад 3 струны. 2, 1 и 6 у нас приглушены. 6 мы приглушаем краешком указательного пальца и средним пальцем. Средний палец просто ложится на 6-ю струну, чтобы она не звучала. То есть мы не зажимаем эту струну, а просто задеваем. Также можно и краешком указательного пальца. Я делаю и краешком, и средним пальцем. И 2-я, 1-я струна у нас приглушается нижней частью указательного пальца. Тоже прислоняется к струнам, но не зажимает их. И вот у нас получается, что звучат 3 струны, остальные приглушены. Вот такой вот у нас аккорд. И на этом аккорде мы играем вниз, вниз и потом по верхним струнам, как в предыдущем такте, вниз по открытым струнам и закрытый вверх. Повторим. И последний раз. Дальше у нас идет аккорд G диез 5. Также зажимается, как и CDS5, только аппликатура поднимается на струны выше. То есть указательный палец на 4 ладу 6, безымянный на 6 ладу 5, мизинец на 6 ладу 4. Нижние 3 струны у нас приглушаются нижней частью указательного пальца. Все. Вот. Такой вот аккорд. И здесь, смотрите, очень интересный момент. Сейчас внимательно. Мы, по сути, играем по верхним же струнам. Играем первые два движения вниз, вниз и дальше. Мы должны что сделать? Мы должны расслабить в левой руке пальцы, но не убирать их со струн, чтобы они звучали закрытыми. Вот эти вот тремя пальцами, указательный и безымянный мизинец, который зажимал до этого аккорд G диез 5, мы расслабляем пальцы, но не убираем со струн. И нижние струны у нас остаются открытыми. И мы играем по всем струнам. Здесь, смотрите, вниз, вверх. Вниз, вверх. Вот так. То есть повторим. G диез 5, вниз, вниз и по всем вот эти вот. И последний раз. Дальше мы сдвигаем аппликатуру на один лад выше и зажимаем аккорд А5, как G диез 5, только на лад выше. Тоже 3 струны, нижние 3 приглушены. И на этом аккорде мы играем переменный штрих вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. 6 движений на этом аккорде. И последнее у нас, 2 движения, очень сложные. Здесь, смотрите, мы одним движением вниз должны сыграть по открытым верхним струнам, 6, 5, 4, и флажолеты нижних струн.
на пятом порожке. То есть мы считаем 1, 2, 3, 4, 5. Пятый порожек, вот он. И мы должны прислонить наш пальчик, прислонить нижней частью, к этим флажолетам. Называется натуральный флажолет, чтобы у нас было такое звучание. Вот прям над пятым порожком, над пятым. То есть отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. Вот они, пятые порожки. И в этом месте мы прислоняем аккуратно пальчик. И играем правой рукой по струнам. У нас получаются натуральные флажолеты. Серега же пират делает так, что он нижней частью задевает эти флажолеты. И убирает немного палец в сторону, чтобы не задеть верхние открытые струны. И у нас получается такое звучание. Вот, можете потренировать этот элемент отдельно. Мы играем одно движение, вот это вот по флажолетам и по верхним струнам открытые. И дальше вверх играем по верхним басовым струнам. Трём, шестая, пятая, четвёртая. Чтобы не задеть наши флажолеты, чтобы они продолжали звучать. Признаюсь, очень сложное движение. Я ни разу не видел такого от других исполнителей. Я впервые в своей жизни столкнулся вот с таким элементом. И это для меня было, конечно, достаточно шокирующим моментом, открытием. Но я могу с уверенностью сказать, что я нигде, ни в каких песнях легендарных не видел вот такое вот уникальное звучание использования приемов гитары. Повторим этот такт с опять аккорда. Последний раз. Дальше у нас идет снова аккорд Е. Играем как во вступлении в начале, потом Cds5, тоже закрытые струны. Ну то есть мы два такта из вступления повторяем. Gds5 опять же повторяем. И опять у нас здесь, смотрите, 5 движений. Раз, два, три, четыре, пять. Переменным штрихом расслабляем пальцы на гитаре, чтобы у нас прекратилось звучание. Можно еще ребром ладони правой руки поставить на струну, чтобы сделать вот такую паузу. Все. И дальше у нас идет перебор. Это будет вторая часть нашего вступления. Повторим всю первую часть нашего вступления целиком. Раз, два, три, четыре. Вторая часть нашего вступления. Здесь у нас играется такой перебор. Мы ставим средний палец на пятом ладу второй. Указательный палец на четвертый лад первый. И играем на этих двух струнах по очереди. 4 раза. Раз, два, три, четыре. Дальше у нас средний палец перемещается на четвертый лад второй струны. И играем мы 2 раза. Вторую и первую. Здесь, смотрите, конечно, можно сыграть другими пальцами, но Серега Пират придумал вот именно такой вариант аппликатуры. Поэтому тут сложно как-то спорить и как-то что-то менять, поэтому я решил вот сделать как в оригинале. И дальше у нас, смотрите, мы играем вторую струну стаккато. Стаккато — это когда мы играем и тут же отрываем пальчик от струны, чтобы прекратить звучание. То есть палец, но опять же не убираем, а оставляем его на струне. Потом мы перемещаемся на один лад вперед и играем еще 2 раза. Повторим наш перебор с самого начала. Дальше у нас повторяется вторая. Первая струна, 4 раза играем мы.
Дальше мы перемещаем средний палец опять к четвертому ладу второй струны. И здесь, смотрите, указательный палец немножечко не дожимает струну, чтобы у нас звучало что-то между соль и соль диез. Получается, если мы не дожимаем на четвертом ладу первой струны, то у нас вот получается такой звук между соль и соль диез. Вот он. То есть мы не дожали струну до конца. Если мы зажмем до конца, то это будет соль диез. Если мы не дожмем, то это даже не будет соль. Это будет выше соль. Слышите, да, вот это вот? Вот именно надо добиться такого звучания, чтобы опять же это было слышно. То есть вот средний палец на четвертом ладу второй. И перебираем вот эти две струны. Вот. Вот, вот это вот звучание надо добиться. И дальше у нас опять стаккато, только уже на пятом ладу. И дальше перебор вторая, первая открытая, вторая струна, пауза. Повторим. Вот так вот. Повторим именно вторую часть перебора. Сыграем вторую часть нашего вступления целиком. Раз, два, три, четыре. Куплет номер один начинается как вступление наше, то есть два такта. И вот на Г-диез 5 мы играем вниз, вниз и по закрытым только струнам, вниз, вверх. То есть наша четверка, да. Переходим на аккорд А5 и как во вступлении. Дальше у нас аккорд Е, мы играем два движения вниз. И по верхним струнам открытые. Мы левую руку готовим к тому, чтобы зажать другой аккорд. Дальше C-диез-5. Вниз, вниз, вниз. По верхним струнам открытым и закрытый вверх. Ну, то есть, как во вступлении. Да, вот так вот. Дальше G-диез-5. И здесь, опять же, как во вступлении. Верхние струны закрытые, нижние открытые. Последние два движения. И дальше аккорд А5, и здесь у нас четверка. Вниз, вниз, и по открытым верхним струнам вниз, вверх. И это была первая часть куплета номер один. Повторим ее в медленном темпе. Раз, два, три, четыре. Дальше вторая часть куплет номер один, аккорд Е, вниз, движение по всем, пауза. Дальше правая рука на исходную, играем по верхним струнам открытым. Три движения вниз, вверх, вниз. Повторим. И последний раз. Дальше C-диез-5, вниз, вниз, по закрытым верхним струнам, вниз, вверх. Г-диез-5 также. И здесь у нас А5. Как бы четверка, но без последнего движения. Вот так вот. И зажимается аккорд Е5. Повторим вторую часть куплета номер один.
сыграем весь куплет номер один целиком. Раз, два, три, четыре. Дальше идет у нас припев, зажимаем аккорд Е дальше и играем только по верхним струнам. Вниз, вниз, вниз и закрытые струны вниз. Четыре движения вниз. Можно второе движение сделать чуть потише. Вот так вот. Четыре размеренных движения, ничего особенного. Дальше C, диез 5. Играем вниз, пауза. Вниз, по верхнюю струну открытые и закрытые. Дальше у нас G, диез 5. Здесь у нас 4 движения, так же, как вы на E аккорде вот это вот делали. Тут то же самое. Также делаем. Дальше аккорд А5, вниз, пауза, вниз и вниз, вверх по всем открытым струнам. Вот так вот. Дальше как в вступлении. C диез 5 также. G диез 5 также. И А5, смотрите. 5 движений вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Немножечко пауза, ну как бы мы вот отрывали руку. И сделали в конце последние 2 движения вниз, вверх по открытым струнам. Вот так вот. Как бы отделили мы вот эти вот переменный штрих по верхним струнам на А5. И открытые струны вниз, вверх. И аккорд Е вниз. Вот так и заканчивается у нас все. Сыграем весь припев целиком. Раз, два, три, четыре. Это конец. Всем спасибо, кто посмотрел этот подробный разбор до конца. Если у вас будут вопросы, пишите, я постараюсь на них ответить. Также есть у меня страничка на Boosty. Обязательно подписывайтесь, если вам понравился этот канал в целом. Если вам понравился этот разбор, что я сделал, то я буду рад, если вы меня поддержите. Я стараюсь для вас, делаю то, что мне нравится. Вот, всем мира, здоровья и добра.